Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот пряники Любосладов, пряники имбирные, 550 грамм, и покупал я их в фикс прайсе. Вот так они выглядят сзади, а на всю эту фотографию будет в конце ролика. И давайте их откроем и попробуем. На запах они как обыкновенные пряники. Давайте возьмем нашу тарелочку. Так. Сейчас я выберу более-менее. Они немножечко у меня здесь помятые. Не знаю, напишите в комментариях, у всех такие или нет. В фикс-прайс я знаю, что может. Особенно тот обзор с вафельками, который я никогда не забуду. Так, вот так она выглядит. Ну, такое что-то, да, потресканное, приплюснутое. Кстати, такие удобно откусывать, когда они приплюснутые. Где-то сантиметр, наверное. Давайте разрежем ее. Так, внутри, ну, как обычно, пряник, наверное. Честно говоря, мне немножечко напоминает черный хлеб, низкий или высокий, или низкий, да, помните, он тоже был такой же вот полукруглый, тут тоненький, ну только размером, конечно же, побольше, но если, в принципе, взять его вот так вот увеличить, ну если еще мои пальцы так вот убрать как-нибудь, да, то, в принципе, кажется, что это хлеб, он тоже такой же, в принципе, черный, бывает немножко тут что-то беленькое, если вот так отрезать, то не знаю, напоминает вам или нет. В конце ролика будет фотография, посмотрите. Вот. А здесь немножко потемнее, когда отрезаешь, видимо, вот он беленький немножко. Давайте попробуем. Имбирные пряники, на самом деле, я ни разу еще не пробовала. Мне почему-то кажется, что они должны быть острые. Имбирь же острый. Вот. Ну, не знаю, давайте попробуем. Знаете, пряники как пряники. Но есть какой-то аромат имбиря, перемешанный с какой-то розой, что ли, вот какой-то не вкус имбиря, а именно аромат. То есть, если вкус, допустим, имеется в виду, если, допустим, вкус апельсина, то там какая-нибудь цедра апельсина. Там, или, ну, именно вот жуешь апельсин. А здесь, то есть, в принципе, по сути, здесь не видно имбиря. Вот, ну, аромат есть имбиря, чисто аромат. Такой вот какой-то, знаете, вот как-то так поверхностно, где-то там вдали какой-то такой вот. Ну, что-то такое вот. Но они нет, не острые, может быть, если только чуточку совсем. Вот, потому что мне казалось, что будет очень сильно острый. Мне все время думалось, как можно их есть, они же острые. Я, в принципе, никогда не ем острые, не люблю. Вот. Давайте попробуем еще. Да, там просто аромат имбиря. Не вкус, а аромат. Такой немножко поверхностный, но, в принципе, необычно. Довольно приятно кушать. Можно, допустим, домой купить или с собой куда-то такие прянички. Довольно вкусно, необычно, да. Я бы купила еще. Как подарок. Ну, не знаю, если вы, конечно, дарите чисто бабушке, то есть, ну, может быть, она не особо заметит. В фикс-прайсе часто бывает такое, что, не знаю, может, мне пачка такая досталась, напишите в комментариях, что было у вас. Так, тут у нас 550 грамм, ну, считать, сколько штук мы не будем. Если вам понадобится количество, напишите в комментариях. Я тогда куплю еще одну такую пачку, наверное. Я буду, скорее всего, еще такую покупать в путешествии. Ее можно вполне взять. Съесть пряничек довольно сытно, чем просто какой-то
кусок хлеба. Вот, и тогда я посчитаю. Вот, я не думаю, что это нужно многим людям, чтобы я считала. Да, конечно, считать мне очень нравится, но я не буду сегодня считать. Вот, пряники вкусные, хорошие, не острые, может быть, где-то чуточку кажется, что острые, а где-то вроде совсем не острые. Можно кушать, можно детям давать. Ароматные, вкусные, мягкие, кстати, не жесткие, не мягкие. Ну, в принципе, вы видели, что я спокойно вот тут ломала. То есть вот он ломается. А, довольно темненький, то есть не белый пряник. У нас в городе довольно редко можно найти. Быстро, либо быстро скупают, либо их не привезли. То есть вот так у нас. Вот. Ну, я не особо прям их так люблю. А, вот. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. И пробовали ли вы такие пряники, понравились они вам, не понравились и так далее. А также смотрите другие мои ролики, влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем. Экскурсии наши, моему сыночку 1 год и 10. Также кулинарные рецепты мои, живопись. И также пишите в комментариях, что бы вам хотелось видеть на моем канале. Обязательно каждый ваш комментарий я прочту, рассмотрю и в следующий раз что-нибудь выложу. И всем пока-пока!